В зале заседаний районной администрации прошло очередное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Обсудили состояние улицы Калинина в станице Северской. Долгое время дорога была разбита, в частности из-за большегрузов, которые ежедневно паркуются около завода «Черноголовка». Предприятие проспонсировало ямочный ремонт улицы. Теперь ездить по ней стало гораздо комфортнее. Что касается улицы Калинина в станице Северская, у нас в июне месяце за счет местного бюджета выполнен ямочный ремонт от улицы 50 лет октября и до заправочной станции, которая находится на Западной. А второй участок – это от Ленина и до 50 лет октября. На встрече присутствовал и глава района Андрей Дорошевский. Предложенные рекомендации рабочих групп совета будут учтены и взяты в работу администрации муниципалитета.